И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Ark Eternal, и все так же на сервере Eternal 15X. Ой, у меня гамма включена. Ну, хотя, да, ладно, давайте включим все-таки третью гамму. Опять я, слушайте, ночью запустил. В общем, когда взялся, тогда я запустил. Что же сегодня будем делать? Как я говорил, искать коней. Коня хочу притомить. И все. Забыл, как он обзывается. Только что смотрел информацию. Чем его томить. И все, кстати, информацию-то про него не почитал. Надо будет почитать. И, собственно, пока я помню, на эмоциях, в общем... во-первых, да, видите, да, я установил стеночки. Здесь ходил Бронтач, Трайк, думаю, чтобы они туда-сюда не ходили, не мешались мне, я поставил вот эти стенки. И, в общем, суть в чем. Я такой беру... Взял себя вот так, закинул на дом и стою, короче, АФКшу. Ходит Бронтач, я стою АФКшу и смотрю видосики, короче, на втором мониторе. Смотрю, я не двигаюсь. У меня вот так же все включено, я не двигаюсь. Смотрю, пролетает, короче, Prime Wyvern. Я стою. Я посмотрел, всадник есть. Думаю, значит, все нормально. Не убьют, так сказать, всех. Думаю, что будет делать дальше. Подлетел к Бронтачу. Хоп, Бронтач исчез, думаю, ну, ё-моё, ну нафига убивать-то? Потом смотрю, экран весь трясется, я поворачиваюсь. А Бронтач у меня, оказывается, телепортировался сюда. В общем, не знаю что, не знаю как, но Бронтач с того конца острова на это телепортировался именно в мою территорию. В общем, какое-то днище конченое ублюдочное создание, по-простому говоря, абсос. Телепортировал меня сюда Бронтача. Ну, на что он надеялся, я не знаю. Я не хотел гигантопитека вкачивать. Думаю, блин, покажу вам уж в одном видосе, сколько урона и все в таком духе. В общем, недолго, думаю, я ему вкачал, сколько у меня там было... 42 точно было. Ну, может, только от 42 до 45 левелов было. Я все вкидываю в дамаг. И, как вы помните, там дамаг был 13 тысяч, да? Вот, 3 тысячи. Сейчас дамаг что-то около 13 тысяч, 14-13 тысяч. Во. 14,5 тысяч. Кстати. Он добывает мясо, кожа, кератин. Офигенно, он добывает кератин. Я офигел, когда узнал, что он еще и кератин добывает. Офигел, когда узнал, что он мясо, а потом еще офигел, когда узнал, что кератин добывает. И, в общем, недолго думая, я его за несколько ударов Бронтача убил. Ну, конечно, чуваку спасибо. Просто я собирался на видео это убить. Ну, убил, ладно, без видео. Дропнулась мне бронька. Нормально, там нормальный лут, асинтор, то есть ничего плохого, только все хорошее, так что все замечательно. Вот, и, собственно, сейчас вот я еще ему качну. Кстати, он очень фигово жрямкает, очень фигово. У него постоянно еда уменьшается, даже если он в АФК состоянии стоит. Очень плохо ест. Напишите в комментариях, чем его кормить, чтобы было все нормально. Кстати, если его оставить около куста... Оп, куст исчез. Если поставить его на блуждание, то он будет подходить к кусту и будет наклоняться и хапать его. Кстати, голод никак от этого не уменьшается, а вот такой, оп, такой, чик, захавал куст. Куст исчез. Толку от этого ноль, но прикольно. Ну, в смысле, еда-то не прибавляется. Чё я, собственно, здесь бегаю-то? Я хочу его завалить. Так, какой? На, маленький левел. Да уж... Эх, старый добрый подвесончик. Ой, нафига я правую кнопку нажал. Ладно, подождем. О! Развесончик. Во, по 17 тысяч. Как видите, такая мелочь мне, как бы, по сути, вообще ни о чем. То есть, так что не знаю, что там чувак пытался сделать. Бронтач, Этерналовский Бронтач был 140-го левела, то есть, во-первых, Бронтач сюда элементарно бы не прошел. Я специально сделал такой проход, именно с загибом вот таким вот, чтобы точно никто не прошел, а я мог спокойно проходить.
Вот, ну да и бог с ним. А, в общем, что мне нужно? Забрать это все говно? Так. Что мне, собственно, нужно? А, ну, кстати, да, кровушку выбил, это вообще прям мне повезло, я бы так сказал. Именно то, что кровушку набил еще на один седатив. Ну, там, конечно, надо будет седатив, по идее, повыбивать, но все же пока что и так попрет. Кстати, кристаллов у меня нормально. Так что в этом плане сейчас сделаем органический полимер. Вот, наверное, органического полимера мне сейчас не хватит и придется туда сгонять. За ним сколько, полчаса, нормально хватит. Так, волокно и кожа надо будет. Что я делаю? Я делаю броню. А волокно, кожа есть, хотя может быть металл понадобится, но я не знаю. Не, нормально. Да, походу мне это и не хватит органики. А может кожа? Хоть бы кожа. Оу, да нифига себе, он сколько требует-то. Волокна? Ты прикалываешься? Вот это, вот чего не ожидал, того не ожидал. То, что волокна не хватит. Ну а благодаря теперь вот этой обезьянке у меня теперь есть и волокно, и кожа, и все, что мне нужно, короче, у меня теперь есть. Эх, и даже органика еще полтишочек остался. Так, органику сразу же надо в холодильник закинуть. Причем, да, вот эта вот земляная балк, в общем, dry storage. Ну, в общем, короче, вот этот вот ящичек, он намного басявее. Посмотрите, 200 дней хранения, хотя это половина. У новенького около 500 дней хранится. Так, забираем всю бронечку. Всю бронечку забираем. О, еще 5 кристаллов осталось. Отлично. Даже хватит на какой-нибудь создать типа этого. Инструмента какого-нибудь хватит создать. Так, ну, во-первых, защита дается. Во-вторых, бронька дается просто офигенское количество. Где броня? Вот, 3000 ровно. Так, эту бронечку мы сейчас сюда скинем. Ну и еще она должна действовать как этот. Давай, вот. Не лагай. Я кстати, спрашивал у Тошки, может перезапустим, типа рестарт. Ну, он ничего не ответил, он думал, ладно. Видать, занят, либо еще что. В общем, он должен работать как обычный маскировочный костюм, по идее. Так что я на него рассчитываю. Кстати, да, чтоб. Гигантопитек отомить, я поставил Киблстоун. О, Киблстоун, господи, что несу. Киблтейбл, хотел сказать стол, ну да ладно, короче, Киблтейбл. И, понятное дело, чтобы сделать киблы. И, собственно, что мне нужно? Мне сейчас нужно... Не то. Традон. Трайк, Традон. Именно... Киблами Траадона, из яйца Траадона, томится конь. Не спрашивайте, как его зовут. Я помню, что его зовут на Э. И все. Блин, я не знаю, как я так мог забыть, но да ладно. В общем, я думаю, томится он с руки. Так что мне лишних заморочек не нужно будет. Единственное, что мне нужно будет, это сейчас птерчик. И на птерчике уже полетать, поискать. Ну и, конечно, уже этот костюм. Я просто думаю, что он 100% нужен, маскировочный костюм. А уж такой маскировочный костюм подавно будет хорошо. Так. Летим мы туда. Я где-то в том районе видел всех. Собственно, там и ставил телепорт. Поэтому... Это еще было в прошлой серии. Ой, поэтому сюда и летим. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот около этого озера видел. Нет, не около этого. А возле какого? Не, возле этого. Точно, возле этого. Только вот... Где же их найти?
А, вот. Эквус. Ну, я все равно хочу, понятное дело, притомить какого-нибудь большенького левела, не мелкого. Так что буду искать. Кого получше. Блин, ну, темно. Пока что еще темно, придется включать. Как бы не выдри глаза было бы. Придется включать яркость. Надо Кицаля себе притомить. И Вивер. Ой, да мне все надо притомить, как бы. Мне все ж нужно. Эх. О, вот. Вижу коня. Тихо. 60 левел. Да что ж такое? Что ж у вас такой левел-то у всех маленький? Такс. Странное деревья, если честно. Кобздец застрял в этих странных деревьях. Fucking trees. Так, погоди. Нет, там точно не будет. Да ты ж говна кусок. Кстати, видел мод уже на Nightmare Pegasus. Да. Nightmare Pegasus вроде так он обзывается, да. Я Nightmare-то помню, вроде бы Pegasus он обзывается. В общем, по-простому говоря, конь с крыльями. Такой черный с красными глазами, конь с крыльями. Прикольная картинка. Я как бы мод-то сам не смотрел, именно как из игры выглядит. Я просто саму картинку глянул. Ну, мне вполне прикольнуло. Кстати, как-то разрабы по ходу дела изменили дальность прорисовки. Как вы помните, раньше у меня вот эти вот все дома были настолько дерьмово прорисованы, что да и в целом фон, деревья и так далее, они по ходу дела немножко оптимизировали, и я теперь еще дальше у меня все прорисовывается. Хотя у меня настройки все те же стоят. Все так же, без изменений. Вот, теперь можно уже вырубать эту гадость. Не, в целом-то я не против. Я вообще за то, чтобы я вообще мог видеть абсолютно все. И, знаете, это было бы реально кайф. Просто так, допустим, берешь так. Не там. Трубу взял. И смотришь там. О, вот они, саблезубики бегают. Вот что-то типа такого. Я был бы только за. Ну, кстати, драконов, к примеру, модовских. Особенно те, которых уже притомили, примерно так и видно. Я со своего острова, посреди острова видел, посреди острова зеленый дрейк летал, я его видел. Но судя по тому, что он был в зависшем состоянии, то есть он просто, так сказать, вот на одном месте летал, порхал, как бабочка. Вот, это был притомленный, то есть притомленных я вижу намного лучше. И намного быстрее они прорисовываются, нежели дикие. Ну и, кстати, прикольно это дело. Погнали вот на тот остров. Я помню, я там тоже коней видел. Воду провели. Водопровод. Кстати, надо себе тоже в дом водопровод провести. Как видите, уже у людей много всякого говна. Но притомлено. А я еще фигней страдаю. Кстати, телепортик бы сюда тоже не помешал бы поставить, так как добираться отсюда явно намного легче и быстрее. Вот, видите, да? Как я далеко вижу. Вот такие вот дела. А из-за того, что он притомленный. Эх, Кицаль надо притомить. Ну, понятное дело, бегемота. Так. Конь-конек. Я вас тут видел, коньки. Горбунки. Не, я скоро полностью имя запомню. Я уже запомнил, что там есть и краткое. Блин, смех смехом, я что-то не могу запомнить. Ну, слово такое. Оно и легкое, но в плане запоминания не сильно легко. Короче, что-то мои поиски зашли в тупик. Ставлю на паузу и ищу дальше. Блин, прекратку-то я лоханулся. Эквус. Блин, надо запомнить. Эквус. Да. В общем,
60 левел, 80 левел, я их только двоих так и вижу. Да. Счет, короче, как-то не сильно мне прет их находить. То есть, по-простому говоря, я только двоих нашел и все. Даже не знаю. Не прешеньки. Смотреть по карте. Хотя, думаю, вряд ли есть информация, где они спавнятся, все дела. О, прикольно. Ни разу не видел. Ну да. Ни разу не видел. Даже не знаю, где их искать тогда. Можете написать в комментариях, кстати, хотя бы примерно где. Или даже хотя бы примерно координаты. То есть, допустим, вот я сейчас где нахожусь. Нахожусь, допустим, координаты. Тихо, а это крыло мое. Допустим, вот 50 на 50, да, вот, допустим, координаты, да, либо вот, ну, примерно я сейчас искал 50 на 60. Да, 50 на 60. То есть, и вот так вот примерно координаты хотя бы так, чтобы я примерно знал, где они вообще обитают-то. А то что-то как-то и непонятно. Ну, где-то был кицель. Какого левела? Наверное, тот 140-го летает. О, нет, 400-й. Прикольно. Да. Ну, тут-то вряд ли. Чему-то мне кажется. Ладно, еще поищем. Ой, в натуре, ой, в натуре. От этих всех полетов и поисков чутка притупилась внимательность. Ох, я сейчас летел мимо и просто тупо врезался в зомби-виверну. Благо она сидела, я ее даже не заметил. Она сидела, и я просто в нее врезаюсь и мимо пролетаю. Она, конечно, в афиге просто взлетает и пытается за мной лететь, а я как дёрышко рыбанул. Кошмар. В общем, короче, не нашел я никого больше, ни одного коня. Это, походу, какая-то редкость, как будто бы. Найти коня. Да уж, дикого. Я думаю, больше шансов найти притопленного коня, нежели дикого. Да, по крайней мере, облетев пол карты, я думаю именно об этом. Они, видите, они еще маленькие, и их тяжело найти. В этом плане нужно вот так вот потихонечку, не торопясь, летать. А тут уже сразу же появляется проблема. Будешь потихонечку летать, огребешься. К примеру, есть големы. Они любят прятаться, и в этом-то и вся проблема. Да, как бы на стандартной карте проблем-то не будет, то есть без мода, без ничего. Но здесь уже эта проблема. Так, какого левел? 80 левел. Ну, я одно могу сказать. Вариантов больше не вижу. Так, там что за вариант? Там Фиомия вариант. Да уж. Хорошо. Ну что, будем пробовать и рисковать, да? Ну, в смысле, имею в виду слазить. Потому что, честно, я бы тут сейчас лазить бы не хотел. Там вот, я знаю, где Карна бегает. Альфа Карна и так далее. Такс. Паразавр, конечно, мне не нравится то, что здесь ходит. Они в этом же моде агрятся, хорошенечко так агрятся. Опаньки. Отличненько. И еще разочек. Тихо. Управлять. Давай! А, подожди, а что-то надо жать? Стой, тупая ты рожа! Я тут типа укращаю. Ты давай, прекращай вот это вот мне там. Вон там сиди лучше, отдохни. Странный паразавр. Так, понятно. То есть надо, короче, покормить. А потом пытаться оседлать. Укротить. Блин, прикольная система. Да ты угораешь! Так далеко шкребануло-то, в натуре прям.
Где? Вот она, коняшка. Вот там Карна бегает. Да стой ты, твою дуру! Я ее хочу завалить уже, эту коняру. Так. О, выросла рыба. Интересно, есть какой-нибудь лассо? Ну, кнута-то я понимаю, но кнута-то здесь у меня нету. Стой! Не уйдешь! Стой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А чё мне делать? Чё мне делать? Чё мне делать? Я даже не знаю, чё мне делать. Ну, вот он сам сейчас со мной управляет. Он реально со мной управляет, я вообще ничего не делаю. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, чёрт побери. Стой, догоню. Эх, вот вопрос, зачем мне конь, да? Если я и так хорошо быстро бегаю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да хорош уже. Как-то дерьмово томится у меня. А погоди ты! Эх, стоять! Твою ж мать! Ты догребся! Стой, говорю! Сраный птер, иди сюда! На пос... Отстой, отстой! На, по мордасам тебе за это. Вот почему? Вот почему он отключился? Точнее, до этого ничего не делал, тут решил... Типа, такой я что-то, типа, хозяина защищаю. Ладно, там второй есть конь 60-го левела. Что с ними делать? Короче, надо почитать, однако. Я понял, что падает эффективность от того, что чем дольше я вот этой всей фигней страдаю. Да уж, надо почитать. Ну что, я теперь все понял. В общем, суть до дела в чем? Отомление. Приручение. Сначала нужно незаметно пробраться к Эвкусу. Эвкус. Ай, господи, как я говорю, как я только его уже сегодня не назвал. Подобраться к Эвкусу, по крайней мере, написано на Вики так. Эквус, а здесь Эвкус. Блин, ну да, короче, в общем, Вики, это на то и Вики, чтобы писать все неправильно. И скормить ему еду с нулевой чайки, быстро панели. После этого вы сможете запрыгнуть на него, что я, собственно, делал, а уже как только вы окажетесь верхом на нем, он будет хаотично бегать в разные стороны и пытаться вас бросить. Во время брыкания вы должны скормить ему еду, нажав на кнопку Е. Если вы вовремя этого не сделаете, то вы упадете, эффективность приручения понизится. Да, вот такие вот дела. Собственно, я-то думал, что, типа, я нажму на Е, и он это... Я слезу с него? Чей бегает-то? Чей? Иван. Отлично, откуда-то оттуда прискакал, видать. Я-то думал, я, типа, слезу, и все, а оказывается, наоборот, и надо было жать на Е. Вот кто бы знал, да? Вот она, приучили нас игры, блин. Нажми на Pre-Start to Win называется. А, Pre-Six to Win режим. Эх, ладно, нужно коня искать по новой. А здесь Карнач еще бегает. Это козел, да? А конь-то где-то здесь лазит. Лазил. Да уж, ладно, ищем. В общем, не знаю, я уже задолбался искать двух коня, я уже полчаса, уже больше получаса, ну чуть-чуть побольше получаса, летаю, облетел большое, просто огромное количество расстояния.
Да, очень большое, две подковы полностью облетел и так далее. И вот здесь вот половина большого материка облетел. Бесполезно. Не могу найти. И уже устал. Уже ночь на день, день на ночь. И все тяжело. Устал. В общем, как томить я показал, но притомлю я уже за кадром. Подожду, пока отреспавнится. Пройдет времени немало. Я лучше даже так вот сделаю завтра с утра. Буду томить. И уже притомлю. Потом. Ты кто? Ты странный, твои крылья, блин. А, нет, паразавр, вот сюда. Еще эти паразавры долбаны, похожи так на коней. А еще тупой голем. Вот какого фига ты лавовый голем? Какого фига ты делаешь в воде? Ты тупая тварь. Ты бы там... Пшшш, все дела. Как ты в воде-то находишься? Рассывайся давай. Эй, пошел ты. В общем, короче, все. Я устал уже летать. У меня уже пол первого ночи. Я начал снимать. Вообще было время... 11. Нафиг все. Устал. Устал. В общем... как я уже сказал, нужно было просто его кормить, а судя по моему отсутствующему киблу, я его кормить пытался, и по ходу дела, когда вот он начал просто так ходить, надо было еще раз его покормить. Вот, то есть он брыкал, когда брыкается, его надо покормить, потом он начинает ходить, просто ходил, 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 надо было его еще раз покормить. Ну кто ж знал, я-то думал, я... слезу с него, а это мне это нафиг не нужно. Вот, и в этом-то, пожалуй, вся проблемка. Проблемка в немного не в знании. Вот, а того 60-го я так не нашел, я думаю, его завалили как вариант. В общем, все, на этом все, не получилось затомить коня, но в следующей серии он обязательно уже появится, и я немножечко уделю времени рассказу о нем. Валим уже отсюда. Фу, в общем, на этом уже точно теперь все. Собственно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока. О, попрячь свою шляпу, отлично. Всем пока.